как все неоднозначно, да? Ну что ж, привет, с вами Океану Плей. И у нас на обзоре Тирис, корабль, который очень сильно хейтили, да? За его внешний вид, что он выглядит что-то не так, все, да. Я тут немножечко, конечно, запоздал с обзором, извиняюсь, был на отдыхе. Но все же я выставил на голосовалку, нужен обзор или нет. И вы проголосовали, что да, он нужен. Хорошо. Погнали. Мы не будем здесь сейчас долго слишком тут размусоливать. Да, мы сейчас посмотрим, что и как. Во-первых, мы посмотрим, что вообще, если тут вообще рассказывалось за ОМ, да, что-то там в ОМе, что говорили, вот у нас второй корабль, который будет опять в ОМе фармить, и он не нужен. Вот мы сейчас посмотрим, что он вообще в ОМе и как. Так, здесь у нас что, да, что касаемо ОМа я хотел посмотреть, это именно тот момент, что типа говорили, что это фарм корабль, мы посмотрим сейчас, что, в чем же его фарм, да. Да, мы видим, нам объяснили, что здесь типа якобы ну трюм выше, это хорошо, да. А что касаемо самих астероидов, ну вот обычно возьмем сейчас здесь по Шурику. То есть я пробовал, и если я буду вот так вот прокликами стрелять, потому что зажимать смысла нет, пушка зажимная, то, по-моему, мне не должно хватить, чтобы его разломать. То есть пушка сама не предназначена для ОМа, как у Моли, например. То есть у Моли это в ее плюс. Видите, у меня уже перегрев. И всего выпало 3 штучки. То есть для того, чтобы юзать это в ОМе, то есть ему нужно там менять пушку, либо чипами дорабатывать как-то, да, ее, чтобы он был как бы юзабельный в ОМе. Но единственный момент, что интересно, что это все-таки разведчик, да, который... прыгает, и все у него здесь замечательно, трюм хороший, можно его расширить еще к тому же, да, будет. Так что, вот так. В общем, дальше. Что, берем сразу все ништяки, смотрим, да. А ништяки у нас какие у самого корабля? Соответственно, это пушка, да, мы смотрим пушка. Я уже покликал в ОМе, посмотрел, что как. Небольшая самодельная плазменная пушка накапливает энергию в заряде, заряжает снаряд, наносит меньше урона от попаданий, но разрушает цель в течение 3 секунд, нанося 2926 м урона. Очень похоже на пушку, значит, Нордшторма, да, которая оставляет постэффект. Еще тут есть некоторые моменты с клоном, да, с его, то, что говорят, то, что он наносит тоже урон, такой же, как вот постэффект, но больше, чем сам Нордшторм. В свои былые времена, так сказать. Пушка, в принципе, неплохая. Можно разогнать ее вообще в дальность. Там она стреляет около 6000 с чем-то. По-моему, 6400 я смотрел. Но я решил сделать 3900. И как бы ладно, и тут ушлепал в криты. Но фит это все как бы фигня. Каждый сам под себя сделает как надо и все остальное. Далее, спецмодуль, да. Спецмодуль вы, наверное, все уже почитали, так же, как и внешний вид, уже все его по 100 раз облизали, так что тут обсуждать, в принципе, нечего. Ну, такой у него внешний вид, да. Посмотрим, что будет в PvP. В принципе, пушка уже говорит о том, что в PvP он будет неплохо играться. Далее, варп, в принципе, здесь перенаправляет энергию варп-двигатель в основные двигатели. Ну, короче, он не может шевелиться, да, и как бы ты можешь... просто лететь по прямой, ты не можешь приостановить варп. Пока не поймешь, в принципе, в бою, ты как бы не ощутишь, как бы круто это или нет, и как вообще это происходит. Далее, из ништяков что дальше? Квантовый бросок, ладно. Ништяк у него есть в боевом модуле. Генератор пространственных разломов 17. Активация модуля составляет телепортирующий маяк, действующий на дистанции до 7500 тысяч метров. Да? При повторной активации телепортирует всех кораблей, находящихся рядом владельца маяка, в радиусе 300 метров. Да? Кто шарит, то у Тайкина 150, а здесь 300. Это уже, во-первых, круто. Во-вторых, он не телепортирует твой корабль туда же, к маяку. Да? И 300 это уже как бы по имбою звучит. В течение там полторы секунды к маяку телепортация блокирует радары владельца. Да, единственное, что ты, короче, типа у тебя радары пропадают на 6 секунд, но ты телепортируешь, и эту штуку будут юзать по-разному вообще. Ну, это очень вредная, надоедающая вещь. Особенно для владельцев эсминцев.
которые будут варпать на 7 аж 500, это, конечно, очень жирно, да? Ты, то есть, варпнул и упрыгал сам там. Ну, короче, не знаю, но ее будет очень интересно юзать. Сейчас натренируются ребята, да, уже, наверное, летают и уже гоняют на ней, уже, наверное, скрафтили тут много чего. Дальше у нее есть вот такая штучка в корпусе, это собственные, да, ее улучшенные пилоны, которые уменьшают перезарядку ракет, ну, это всем понятно, да, все, но увеличивает сопротивление корпуса всему урону на 15 единиц. Очень интересная вещь, потому что что? Где она? Потому что здесь такого нет, она просто уменьшает время перезарядки. Здесь тебе она еще дает резисты. Это как бы личная плюха Сириуса, да? Сириуса, да, и с министом уже все у меня в голове. Вот. Очень интересная вещь и очень крутой бонус. Это говоря о том, что, типа, для людей, которые говорили, что он будет в Оме только и все, плохой корабль и все остальное. Далее, смотрите вот на это, да? Для начала, кто, ну, наверное, еще не понимает, что здесь происходит, ведь два инжектора ставить нельзя, но весь прикол в том, что здесь у нее собственный инжектор тетроксида, да, тоже смотрите. У него улучшенный вариант, типа, тетроксида, и дополнительно увеличен максимальную скорость аж на 5%. Плюс здесь я поставил здесь стандартный, то есть их два. То есть раньше можно было два ставить так, теперь этот корабль может иметь возможность единственной в игре ставить два инжектора и стрейфовать. В принципе, по кораблю, в принципе, все. Как он будет играться и комфортно ли на нем, тоже мы посмотрим в PvP. Я это все прокомментирую, потому что не было возможности сделать обзор чуть раньше. Фитом, если вообще... Пишите в комментариях, короче, если что-то не так, и что можно поменять, и как сделать круче. Ну, соответственно, если это не секрет какой-то там у вас. Вот. Будем пробовать, будет интересно смотреть. В принципе, здесь-то все, да. То есть у него вот такие... Пушка хорошая, спецмодули интересные, и, соответственно, у него здесь две плюхи, да, в модификаторах, которые очень, ну, круто это все. Резистов хватает, все хватает, за это не спрашивайте, я поставил, потому что были там побольше чуть шанс крита. Будем, значит, смотреть в PvP, поехали, посмотрим, погнали. Так. Сразу нас закидывают бой, ну, конечно, жестковато, но ладно, будем пытаться справиться. Маячки как раз хорошо, мы на разведе, все отлично, посмотрим, как он вообще здесь себя ощущает, PvP. Наверняка уже многие знают, но мы будем смотреть. Значит, у нас есть тиран, да, 7500, кстати, сейчас затестим эту тему. То есть мы ставим маяк, допустим, уходим в инвиз. Но он не телепортируется почему-то. Мне не получилось, короче. Но к этому надо привыкнуть. Что-то у меня не получилось, ладно. Это у нас бот. Стрейфы, конечно, просто, ну, просто сногсшибательные. Можно вот так вот просто кнопочку зажимать. По мне торпеда шлепанула, я даже, понятно, да. Внимание, опасность. Кстати, мне сломали опять эту штуку, не дают вообще ничего делать. Хорош. Хорош. Пока непонятно, я просто хочу попробовать юзать эту штуку. Но что-то пока что не выходит у меня. Наверное, ее просто ломают. Ладно, попробуем сейчас менее опытных лупить. Три эсминца, я хочу заметить, против нас. 5-7 счет, окей. Да, наверное, с дальней все поинтереснее. Там он еще есть Сириус. Подожди, если я ее...
Недостаточно места для активации. Все, я его телепортировал туда. Очень забавный случай. Но он живучий. В плане можно, в принципе, вот такой штукой заниматься и бросать корабль просто по КД в разные стороны. Отпрыгал. Окей. Да, хочу заметить, что, по-моему, просто если ты соберешь, ты не получишь эти стрейфы. Его родные. Он, по-моему, сейчас только в элитном. Не буду врать, но, по-моему, это так и есть. Стукнулся, сбил ботов, ушел в инвиз, окей. Жестко и не дают добрать. Окей. Да, стрейфы, конечно, решают. Такой, конечно, обзор не очень, как бы, слишком супер профит, но из-за того, что сроки горят, поэтому я снимаю вот такой бой. Не сработало, толкнул. Но нужна привычка. Это было очень близко. Мы проигрываем, да? Надо маячок захватывать, по идее. Но это ладно, мы смотрим, так что, в принципе, нормально. Получил плюху. А, это месяц получается. Ну да, да, я догораю вот этой штуки. Догорел. Я не знаю, есть у него стрейф или нет. Ну да ладно. Смотри-ка. Вот тут прикол в том, что ты такой... А, у меня в откате пока, да, эта штука, окей. Тут как, в принципе, и в детонациях, и вот в таких режимах. Вся забава в том, что ты такой, как бы, маяк ставишь. Я так думаю. И телепортируешь его туда. И, соответственно, он захватывать не может. Вот он теперь у нас здесь.
очень непривычно. Но гнаться я не буду за ним. Там есть эсминец вот тот. Который Альберио воюет с ним, что ли, или что там. Опасность, ракета. Беда. Опасность, щиты уничтожены. Враг уничтожен. Маячок опять у нас парень захватывает. Лупит по нам развед, пытается отомстить второй раз. Я думаю, у него в принципе это выйдет, да? Он нам маяк сломал. Окей. А, вот он хлопается, маяк. Даже если ты его как бы не заюзал нормально, он хлопается. И все равно, как бы у тебя радары пропадают. Месть номер два. Вообще-то я тебя добил, ну да ладно. Так. По два минуса, да. Счет, конечно. Внушает прям. Эсминец доедаем. По 2000 урон, да? Неплохо. Это с учетом того, что я не их взял. Но внимание, опасность все равно сработала. Два фокуса. Да, у него там на дальность. Опасность, ракета. Опасность, щиты уничтожены. Да. Торга, торга, связи торги. Ну, в принципе, здесь бой проигрышный. Вот такой, мы вот так вот посмотрели его. Менять я ничего не буду, потому что мы никого не обманываем, да, и бой выкладываем такой, какой есть. Шансов у ребят маловато, конечно. Смотреть мы не будем до конца, что здесь происходит. Поэтому, в принципе, корабль прикольный. Натренировавшись, я думаю, будет давать жару. Как бы киллы, видите, нормально все. Так что все, кто говорил, что это просто фарм корабль, вы глубоко ошибались, ребята, да. Да, Альберио, конечно, очень сильный. Зеленый орел, да. Все, ребята, всем спасибо. Увидимся еще на стримах. Соответственно, посмотрим, мы еще будем смотреть на стриме. Всем пока.